В лесозаводском парке города Нарьян-Мара в минувшую субботу в торжественной обстановке открыли памятный знак работникам Печорского лесозавода, героям Великой Отечественной войны. Дождливая осенняя погода не помешала торжественной церемонии. Сюда, в лесозаводской парк, на открытии памятного знака в честь лесозаводчан, призванных на поля сражений Великой Отечественной войны, пришли дети и внуки героев. Инициатива увековечить имена солдат Второй мировой войны принадлежит Совету ветеранов Печорского лесозавода, старейшего предприятия в Ненецком автономном округе. Инициативу поддержал региональный совет ветеранов войны и труда, муниципальные и окружные власти. 22 июня 2021 года, в день годовщины начала войны, также в торжественной обстановке в лесозаводском парке заложили основу под будущий фундамент памятного знака. Осенью торжественно открыли. Сегодня мы открыли еще одну страницу истории нашего завода и увековечили ее вот в этом стенде памяти. Здесь у нас значатся фамилии тех, кто ушел с первых дней войны и был призван нашего Печорского лесозавода. Перед началом Великой Отечественной войны Печорский лесозавод был крупнейшим предприятием Нарьян-Мара. На нем работали почти 400 человек. Из них 295 ушли на войну. Больше половины, 170 лесозаводчан, не вернулись. Все 295 фамилий выгравировали и увековечили на этом памятном знаке. Мы не забудем подвиг героев. Мы знаем, кто победил в Великой Отечественной войне. Это народ, советский народ. Слава героям, слава народу победителям. Участие в торжественном мероприятии приняли также представители федеральной, окружной и муниципальной власти. В своих выступлениях они говорили о важности преемственности поколений, об исторической памяти народа, которую необходимо сохранять. Сегодня мы должны передать эту память нашим детям и внукам, нашим сегодняшним. Поэтому давайте будем этим заниматься, давайте будем воспитывать нашу молодежь. Только тогда мы будем все вместе частью большой страны, частью великой страны, которую никому не победить. Работники лесозавода не только бесстрашно сражались за родину на фронтах Великой Отечественной войны и были награждены боевыми наградами. Они внесли немалый вклад и в экономику округа и страны. Трудовой подвиг лесозаводчан также нашел отражение и увековечен на памятном знаке в лесозаводском парке. Здесь выгравированы фамилии тех, кто был удостоен уже в послевоенное время высоких правительственных наград за свой труд. Таких как Орден Трудового Красного Знамени, Орден Знак Почета, Орден Трудовой Славы, Медаль за трудовую доблесть, Медаль за трудовое отличие. Всего 24 награжденных. Елизавета Кабанова, Василий Хатандзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».